Что, ребят, всем здорово, здоровье, дорогие друзья, с вами канал Трофи Днём, и сегодня мы решим продолжать тестить микрофон, и, естественно, я что подумал, реально, вчера я был реально в шоке от того, как работает мой микрофон, я вам скажу так, я был реально в шоке, я такой сижу, и в какой-то момент, я вчера, значит, взял микрофон и выготовил, да? Вот. Микрофон, и я просто взял его и поставил поближе к рту. И в какой-то момент, как будто микрофон начинает, ну как сказать, нормализовать звук. Я даже не понимаю, что сейчас там происходит, но я просто говорю... И рядом с микрофоном. Серьезно. Я даже не знаю, как он будет работать по тем моментам, когда я говорю шепотом. Я просто даже этого не знал. Итак, сегодня у нас Intas Deployment. Через буквально Doom 3 Intas Deployment у нас будет... Возможно, серия еще сегодня Free Fire и Standoff 2, но, честно говоря, это, походу, я прям совсем зажрался. И у меня есть один небольшой план о том, как можно сделать все так, чтобы я записал как можно больше серий. Тут я подумал, голодовка, опять же, новый режим голодовки, почему бы и нет нахрен. А давайте вот так уже лучше прокатимся, почему бы нет. И тут я и подумал, а как мой микрофон сейчас будет слышать мой руль? Я не понимаю пока что. Он же у меня тарахтит, как не знаю кого. Ух, херня, знаешь, что сейчас чем. Я да как, и тут в какой-то момент я такой сижу, думаю. А что если я запишу 70 видеозаписей за месяц. Возможно ли это? Тут прям возникают большие вопросы. Сегодня я на аудушке. Вот наша красавица вот такая вот прикольная. Прекрасный автомобиль, на котором мы, естественно, едем. И на этом Audi S... В этом... Audi S5, я правильно понимаю? А, Audi S5. Ну слушай, автомобиль реально прикольный. Вот, и я подумал, ну блин, 70 видеозаписи за месяц. Жестко, согласен. Зато я меньше жрать буду. Вот просто вот вспомнить те времена, когда я записывал Doom 3. Там, чтобы вы понимали, у меня ну, просто капец какой был. День я был реально в шоке, я такой сижу. Прикиньте, как сейчас вовремя дошел. Оплачивать сегодня нужно будет гараж и хайпи. Потому что без этого вообще никуда. Сразу, что я немножко цепляю микрофон. Но честно скажу, микрофон без всяких задержек, там без вот этих глухих моментов, которые... испытывать другой микрофон. Это намного лучше, чем я думал. Это намного лучше. Серьезно. Я был реально в шоке. А так, типа, что? О. То есть микрофон слышит абсолютно все. У него нет таких моментов, где вот просто раз звук пропадает. И мне приходится орать в него для того, чтобы он услышал меня. С тем я не знаю, что делать, но как будто продавать его нет смысла, даже не советую. Микрофон за 1700 рублей. За светящейся гарнитурой, и да, это охренительно, еще и слышит. Охренеть вообще, я реально в шоке. Что мы сегодня делаем? Мы оплачиваем всю херню, и еще, естественно, мы потихонечку пополняем сумму.
Возможно, не знаю зачем, не понимаю. Просто как будто уже нет смысла тратить много денег куда-то непонятно. Да, те самые деньги, которые я потратил в Standoff 2, чуть ли не под 3000 рублей. Есть прям ощущение, как будто лучше бы я сюда задонатил 100%. И никуда не нужно было. Но я купил бы себе тачку какую-нибудь, например, опять же тоже за 3000 рублей. Ну, да, можно было бы взять. Это было бы примерно 20-30... 20 минут с чем-то было бы, да? 24, наверное. Пример уже опять. Да? Я думаю, так это и было бы. Так, тихо. Да. Оружие за так и не продал. Это невозможно продать, значит, что они здесь не продаются. Тут нужно искать какие-то моменты. И еще, зачем я сейчас залетел? Вот это все, мы сейчас снимаем. Сколько? Миллион 600. А сколько меня здесь не было? Это у нас... Это смотри, если у нас 107 за один день, то есть 24 часа. А это у нас получается, меня не было где-то 3 недели здесь. После последнего заезда. Возможно, 2,5, потому что, смотри, по 107 миллион, это у нас 10 дней. То есть, а неделька там... Еще плюс до вторника, это как раз миллион. То есть с понедельника до следующего вторника, это у нас миллион плюс 6. Это у нас получается где-то 2 недели. До понедельника следующего, примерно вот так. Сейчас резко будет у нас 2 миллиона, да. Потому что у нас, естественно, 160 тысяч на налог. Ненавижу налоги, если честно. А здесь до выплаты 4 часа. Охренеть, 3 354 000. У нас всего получается 8 миллионов. А это ни хрена себе, так надеюсь, неплохо. Да машина моя. Понял. Так, давай сейчас поедем, например... Жетишки. Давно я что-то на жетишке покатался. Нет. Я даже забыл, что она у меня есть. Офигеть. Кстати, что я опять дотронулся до микрофона. Прикиньте, я теперь не могу никак успокоиться, потому что я купил реально классный микрофон за 1700 рублей, причем на Валбересе. Масса. Блин, жить реально прикольно. Вся машина заполнена бензином. Вот и полетели, как хорошо. Дом 3, почему решил записать? Дом 3 это игра, с которой просто лучше начать тесты различные. Это там, где прям достаточно много звука. То есть ты заходишь, и там просто шумы такие, и такие, ага. Так, стоп. У меня же хата не там. А, все, я понял. Едем тогда назад у нас. Делаем такой красивый разворот и прям по этой стороне. Потому что, как всегда, сейчас выпрыгну. Тихо. Неплохо. Слушай, нормально так. Микрофон, честно говоря, за всю серию Doom ни разу не заглох. Настраивал я его буквально долго, но я понимал, что это бесполезно будет, потому что настройка одна и та же стояла, как там, но, по идее, он работает гораздо круче, чем старенький. Это то, что меня реально удивило, я что был реально в шоке. Чего, блин?
Давайте сейчас ставку вставим. А сколько я плачу? По-моему, мне кажется, за всю хату я плачу 1 000 000 где-то. Где-то 1 000 000 приблизительно по оплате. На вот это вот налоги, на хату, свет, газ, говно и так далее. Где-то 1 000 000. То есть эти 354 сейчас просто изи улетают по 140 тысяч. И плюс еще 10 дней там, наверное. Прям ни хрена себе. Хотя может 500 тысяч. Фиг его знает. Мы же ничего не знаем об этом. Машины я сейчас особо не покупаю, потому что какой смысл? Зачем? Если смотреть на количество автомобилей, 10, да? Еще типа 3 машины купить и все. А покупать какие-то из интересных хочу. Ни о чем просто. Да, я в шоке, что у меня здесь чуть больше 40 миллионов, я в ахере. После покупок автомобиля. Суперфаст, я оставляю себя, я даже не стану продавать, уже чуть позже, наверное. Столько в накоплениях, это все оставлять. И так далее. Все, больше ничего. Ну, я реально в шоке. Да, блин. Так, заходу дом, войти. И тебе просто сказать продать случайно. А, я понял, думал, мужик, сука, хочет денег. Откуда у тебя такие смелости? Так, 3 дня осталось, нихера себе. Нам нужно 30 дней, 14 дней, раз. 140 тысяч, дальше, плюс еще 14 дней, два. А не заметь, проплаченный срок. Больше 30 дней. Вот так вот. Дальше. 5 дней. Нормально. Ну, почти 300 тысяч. Почти 300 тысяч. Неплохо. Так, идем в гараж. Там то же самое. Так, если у нас... мы потратили 300 здесь. Ну, плюс-минус 200. Да, давай, допустим. Или 300, вот так вот. То где-то, по идее. Так, а, здесь по-другому сумма, тут дешевле. Ага. 5 дней. Либо мы отплатили сейчас за 450 тысяч, либо за 500. Что-то подобное. Но почти 3 миллиона у нас осталось. А, нет. Вот это реальный нежданчик. Вот примерно вот такая у нас сегодня серия, коротенькая. Заодно и тестируем, естественно. Хотя давай назад. Давай, тихо. Не дрифтяша GTX, это просто великолепно. Ну, если Ford GT купить, это будет вообще... У нас все машины GT. Кроме Bentley Continental. Ну, прям такой себе, на самом деле. Старый автомобиль гораздо лучше выглядит. Да, у меня в городе, я, кстати, его один раз увидел. Тот черный цвет, в принципе, жопа и перед идентичны. Просто охрененная машина. Реально классная штука. Я же когда увидел, так вот она, вот она. Где вот? Так, сейчас выходим. И 2899. Часа два нужно нахер здесь оставить, ничего страшного. И сейчас прямиком, наверное, я должен перейти сразу же к следующим сериям, которые...
Либо я не буду записывать. Я бы знал. Так, два, что делать? Восемьдесят девять, раз, два, три, раз, два, три. Куда ты 298 миллионов? 2 890. А, нифига, сколько? Нормально, нормально так-то. Их не хорошо так. 7 890. Ну что, робот? Вот так вот. С вами такая маленькая серия. 15 минут, 16 минут. В принципе, неплохо. Ребят, до новых встреч. Всем удачи. Всем пока-пока.